Все, очередной раз покидаю я свое судно. Пошел смотреть Хатлипол. Сейчас в порту еще. Сейчас должны будут быть указатели. По ним будем выходить. Вот первый указатель. Exit. Здесь куча погрузчиков. Удалился. Саша, далеко. Вот так по указателям и выйдем. Вот такие человечки, пешеходные дорожки. Проходная там. Ну вот и все, свобода. Сейчас паспорт спросят, наверное. Даже не спросили паспорт, сказали, а иди, будет на обратном пути. Я говорю, паспорт есть, ну отлично, иди. Блин, ребят, на английскую землю не ступал еще, точнее уже лет 10. Конечно, необычное чувство. Еще такой момент в Англии, конечно, надо не забывать. Идешь, получается, по левой стороне дороги. И не забываешь, что машина-то, блин, как раз сзади тебя может понаехать. Нужно быть аккуратнее. А, какой запах, друзья, цветами пахнет, блин, это вообще круто. Здесь уже вовсю все расцветает. Думаю, в России также. Не знаю, честно, как называется данный вид растений. Выглядит очень круто. А вот и первая ручная автомойка. В общем, нам нужно сейчас подняться на мост. Или под мостом. Скорее всего, под мостом налево пойдем. Отсюда я уже очень далеко ушел. Мойка автомобилей от 3 фунтов. Неплохой прайс. Почти как у нас. Ну все, очередной указатель. Таун-центр. Заблудиться невозможно. Блин, как непривычно переходить дороги вообще. Смотришь вправо, машины есть. Влево смотришь, точнее влево смотришь, машин нет. Вправо смотришь, машины есть. Главное не перепутать. Вот такая вот автобусная остановка. Обращайте внимание на левостороннее движение. Вот иду и не могу привыкнуть. Все, едут и едут машины навстречу. Смотри, какая здесь плиточка положена. Чётенькая. Вот и мини-купер едет. Это, кстати, классика Англии. Мини-куперы очень здесь популярны. По поводу деревьев, смотрите, все подстрижено. Как под линейку сделано. А это ведь обычная объездная дорога. Думаю, что на меня все так смотрят. А я, короче, уже иду, по сути, это в городе. В каске, в жилетке. Вот сейчас снял. Наверное, больше похоже на местного жителя. Дорога вот здесь непонятно. Вроде бы как пешеходный переход. Но здесь никто дорогу не уступает. Уже по второму такому прохожу. То есть машины, получается, слева вылетают. Вот видите, надо, правда, проезжать мимо. Только успевай перебегать. Будь аккуратнее. Конечно же, одна из главных достопримечательностей — это Хатлипол Юнайтед, команда английская. Обязательно мы сегодня ее посетим. Но сначала нам нужно добраться и глянуть вот на этот морской парусный корабль. У меня возникает состояние дежавю. Такое чувство, что я здесь уже, конечно же, был много-много лет назад, когда еще работал матросом. Не всегда знал, куда мы вообще заходим. То есть названия портов периодически путаются, да, в голове. Нажимаем кнопочку. Будем сейчас переходить. Для собак. Мусорный контейнер.
и расстановочки в них. Ну вот я подкрался уже к музею. Вот мой парусник, которому я и стремлюсь сегодня. Надеюсь, меня пропустят. Блин, я тут единственный, кто в 9 утра хочет посмотреть на парусное судно. Ах, ну походу не судьба, ребят. Вот это все музей. Видим только мачты, да? Офигеть, какие они здоровые. И ворота, все закрыто. Не знаю, либо позже сюда приходить тогда. Может быть, откроют, дадут возможность поглядеть. Этот замечательный парусный корабль. Трехмачтовый. В идеале, просто в идеале. Видите, здесь даже вон пиццерия. То есть здесь такое, ну, туристическое место. Просто еще очень рано. Ну, сейчас попробуем с этой позиции глянуть на нашу красавицу. О, корма видна. И вход получается. Ага, там ворота. Попробуем зайти. Может быть, нам откроют. Может, пропустят? О, красота! Блин, ворота, все платно. Фиг посмотришь. Но, тем не менее, сейчас мы заглянем. Все-таки. Все равно просматривается что-то. Все на цепях. Смотрите, сколько пушек. Нифига себе, считайте. Вот Петр Первый когда-то тоже воевал со шведами за Нарву. Конечно, английские корабли, блин, красавцы. Ребят, это вообще супер. Я посмотрел бы вживую. Ну, в смысле, я и так вживую смотрю, имеется в виду вблизи. Пощупать пушки, да, пройти по палубе. Это же, блин, погружаешься на столько веков назад. Это вообще здорово просто. Это ни с чем не описуемое чувство. Более в Англии военный корабль, самый настоящий. Эх. Ну, английская погода, как всегда, радует своим дождем. Чуть посветило солнце. Ну и все, и на этом все закончилось. Сейчас еще прогуляемся вот до той крепости. Потом нужно будет нам посетить обязательно английский клуб Хатли Пол Юнайтед. Ну и, наверное, возвращаться на судно. Все-таки идет выгрузка. Ну да. Вот все четко написано. Из-за локдауна Национальный музей временно не работает. Так что морской корабль военный нам не посетить. Но вы его уже видели. Я думаю, этого достаточно на сегодня. Кстати, да, нифига себе тут система снутри. Отсюда получается управление. Снаряды закидывались на... Нет, снаряд ставился вот сюда. Снаряд ставился сюда. Она поворачивалась. Вот она дула. Все. Потом нажималась где-то кнопочка или рычаг дергался. Человек сидел, получается, там сверху смотрел, да? Вот она, пушка. Ух, охренеть просто. Пушка-бомба, честно говоря. Кстати, пушки мы вам с вами уже смотрели на военном корабле. А вот они сами ядра, да, примерно. Вот такого размера. У меня рука не такая уж большая, кисть. Сколько у них вес? Я думаю, килограмм, наверное, 10-15 вес одного ядра. Может быть, 20. Собака за рулем, бля. Ребят, это Англия. Хатли Пул. Здесь собаки за рулем ездят. Сегодня уже говорил, что это капец, какой морской город. Здесь даже на дорогах, на грузовых движениях столбы, то в виде мачт.
установлены. Такая вот Англия, она мореходная. Так, вот я уже на другую сторону перешел. ЖД мост, южная часть города Хатлипула получается. Ну, чтобы перекресток перейти, надо, конечно, блин, ждать долго. Неудобно. Сейчас я вам покажу типичную девушку английскую, как она одевается. Все видели? Моррисон, заправка. Так, сколько за литр дизельного топлива? Считайте. Что-то дорого, слушайте. У них же фунты. В чем это измеряется? Цена-то. Такая красивая машина у нее. Ну, девчонка сама тоже ничего такая. Для Англии. Все, возвращаемся назад. Будем посещать сейчас клуб Хатлипул Юнайтед. Я думаю, как раз тренировка должна утром начаться. Меня, конечно же, радует еще и то, что сейчас коронавирус, да, для туристов въезд в Англию, ну, запрещен. Основная какая-то причина была на работу ехать. А у нас вот есть такая возможность выйти, посмотреть Англию. Разве это не здорово? Это у них, кстати, Asda, магазин продовольственный. Работает, наверное, круглосуточно. Я был здесь уже пол девятого, он открыт. Что они пустились? Фонари обкакали. Сейчас посмотрим, как люди соблюдают карантинные меры, маски одевают. Я маску забыл, короче, наверное, ребят, мне не зайти будет. Посмотрим. Покажу вам прайсы местные. Короче, не судьба мне зайти. Маску надо одевать. Маски у меня нет. Это печально. Да. Нарушать не будем, потому что штраф дадут офигеть какой. Стопудово. Куда не идешь, все время попадаешь на вот этот морской корабль. Вот здесь все торговые представители основные в этом городе. Можете наблюдать. Сейчас отдохнем и дальше двигаемся к футбольному клубу. Ну вот, по вышкам мы видим как раз футбольный клуб, футбольное поле. Подойдем ближе, победим. Это наша сегодня основная задача — посмотреть все-таки расположение футбольного клуба этого. Честно, не знаю, сколько раз он становился чемпионом Англии, становился ли вообще. Возможно, и не раз. Нужно гуглить. Людей вообще минимум ходит. Никого с утра нет. Все на тачке. Даже на велосипедах ни одного человека не встретил. Здесь вроде как бы, ну, спорт должен быть развит. Футболисты все-таки живут. А что-то никого не видно. Здесь я. Попался я ко входу. Все здесь написано четко и понятно. Хатлипул Юнайтед Футбол Клуб. Сейчас попробуем, конечно, как-то хотя бы посмотреть на поле. Может быть, зайдем. А, нифига себе. Популярные футболисты высечены в камне просто. Ну, это, конечно, круто. Где вы такое еще увидите, как не в Англии? Просто доска почета в камнях. Блин. Ребят, однозначно лайк за Хатлипул Юнайтед.
Сейчас обойдем вокруг этого футбольного клуба. Этот стадион очень давно существует, судя по всему, учитывая, какие года там на камнях высечены. Многие, кто следит за футболом, я-то как бы сейчас не такой фанат этого всего, но знаю, что англичане по-своему играют в футбол, у них он более такой красивый, забивной. Нету вот этой какой-то, знаете, боязни там идти вперед, забивать. То есть они играют в открытый футбол. Это чисто английский стиль. Почему он считается одним из зрелищных. Так, отсюда поле нам не видно. Тут должна быть какая-то точка на поле, я надеюсь. В общем, обошел я с другой стороны этого футбольного клуба. Блин, здесь забор просто высоченный. Ну, это понятно. Представляете, приезжает, допустим, Манчестер Юнайтед играть сюда. И есть доступ, да, с высоты. То есть это как бы, ну, опасность с точки зрения, да, того, что может произойти какой-то теракт или убийство. Какой-нибудь киллер захочет убить футболиста. Поэтому в этом плане, видите, забор такой высокий. Не пробраться. Расписание работы этого клуба. Ну, вообще, они должны уже работать с 10 часов. Не знаю, почему никого нет. Наверное, из-за коронавируса, ребят, все закрыто. Никто не тренируется. Стадион пустой. Представляете, здесь народ собирается, когда матчи проводятся. Какая здесь суета. Ошалеть. В свое время Аршавин в Арсенал попал. Приехал не на свою землю и начать играть, это, ребят, дорогого стоит. Это, блин, непросто. Причем играть неплохо, да, поначалу. Кто-то там воркует. Иди, умеешь. Просто отсюда вам покажу. Вот мы видим трибуны. Слушайте, не такие уж и большие они. У нас, честно говоря, в Архангельске Водник играет там намного больше трибун. Вот здесь видите, город маленький. 90 тысяч человек, поэтому, ну, как бы нет смысла. Большой стадион. Для большого количества людей создавать. Ладно, выбираемся обратно. По крайней мере, хоть что-то мы увидели. О, кстати, здесь вход открыт, ребят. Сейчас пройдем, посмотрим. Да, с этой стороны здесь у нас получается парковка. Такая вот. Ну, тоже небольшая. Что тут парковка? Сколько машин? На пару сотен машин только. Вот на этом и заканчивается обзор. Хартлепул Юнайтед футбол клуб. Стадион посмотрели, к сожалению, только снаружи. Ну и то, как говорится, хорошо. И реально, походу, здесь очень серьезные матчи футбольные проходили. Я вот уже отошел километр на полтора. И здесь на парковке у торгового центра такая вот надпись. То есть, я говорю, там парковка маленькая. Недостаточно места. Вот люди сюда ставили тачки, брали больше пиваса и шли болеть за своих футболистов. Ну, они сейчас так же, я думаю, делают. Я думаю, то, что табличка, это как бы так, знаете. Для отвода глаз. Я не знаю, что символизируют именно вот эти шары, но предполагаю, что это ядра. Все-таки военная тематика прошлых столетий здесь все еще актуально. Поэтому других у меня предположений нет.
В общем, сейчас с вами пройдем, еще посмотрим, как живут обычные люди, дома. Дома у них, кстати, тоже с печками. Только печки немножко другие, не как у нас. Видите, там какие-то еще в каждой печке по 7 труб выходящих. То есть они непростые. Конечно, это узнать, как, что именно за печки, нужно зайти в дом. Но так как я никого здесь не знаю, меня вряд ли кто-то пустит. Надо договариваться. Лотерея. Такие. Пойдем по этой улице, посмотрим домишки. Они все как на подбор. Смотрите, вот все дома типичные. Сколько их, считайте. И на другой стороне то же самое. У каждого своя парковочка. Самые такие удобные коттеджи, конечно. Небольшие. Что еще нужно? Газончик у каждого подстрижен. Цветочки растут. Слушайте, на сакуру очень похоже по цвету. Класс. У каждого такой свой мини-дворик. Блин, это просто офигенно выглядит, конечно. Понятия не имею, что это за дерево, но выглядит очень круто. Ладно, ребят, пора возвращаться. Попутешествовали мы сегодня по Хатлипулу. Пора возвращаться на судно. Ждет работа нас.